После восстановления суверенитета будут ли судить олигархов, зная характер нашего народа, наступит момент, когда этот вопрос встанет остро. Вопрос политический от Рамиля Сальхова. За нарушение закона, доказанные, конечно, будут судить всех. Другое дело, что если мы говорим о олигархах, то олигархи – это все-таки не фигуры российского характера. Да? Они зарабатывают в России, осуществляют в России контроль за территорией, но они, как правило, они все за границей, семьи у них за границей. И я не думаю, что они, так сказать, в период бурных событий будут здесь это находиться. Они будут, как и Ходорковский, командовать из-за рубежа своими, так сказать, боевиками. Поэтому достать их будет не так просто. Ну, я думаю, что будут возбуждены в отношении, так сказать, нарушителей закона уголовные дела, и по международной линии будем требовать их выдачи. Я думаю, что те, кто нарушал закон, выдадут в конце концов, потому что изменится расстановка сил, геополитический баланс, и американцам держаться за них не будет никакого смысла. А вы знаете, что они к людям относятся, так сказать, достаточно наплевательски. То есть если человек перестает быть им нужен, они его спокойно выдают.